Человек каждый день сталкивается с выбором. Что сегодня надеть? Что съесть на завтрак? Донести ли мусор до правильной урны? Донести ли его? Или выбросить вообще? Выбор сделан. Каковы его последствия? Ты был слишком ленив, чтобы сделать эти два шага. Теперь эта маленькая бумажка станет частью чего-то большего, больше и больше, пока ты не останешься в меньшинстве. Ты все еще думаешь, что в этом виноват кто-то другой? А что, если поступить иначе? Говорят, что один человек не может изменить весь этот мир. Так ли? Всего один поступок может изменить твое окружение, твой мир. Не скромничай, ты тоже автор этого всего.